Всем привет, тут строго 16+. И я расскажу тебе эту историю, а сделаем мы это 8 марта в 10:00 по Москве. У каждого свое отношение к жизни и свое отношение к смерти. Если у тебя остаются хоть какие-то вопросы, которые связаны с выходом смерти, здесь ты сможешь найти все ответы, которые ты так долго искал внутри себя. Каждый увидит в этой картине что-то свое, кому-то близок какой-то персонаж. А кому-то близка идея самой картины, ведь выход смерти несет за собой и новую жизнь, новый лист, с которого начинает жить весь мир. Я не скажу, что она бездарная, и я никогда не скажу о том, что она неведомо легендарная. Каждый творец должен знать, что ему есть куда и к чему стремиться. Ведь пока будет критика, будет развитие того или иного персонажа в этой игре. Я очень долго спрашивал себя, кого в наше время заинтересуешь тематикой конца света, глобального вымирания и прочей подобной хиромантии. Но знаешь, несмотря ни на что, эта история способна удивить каждого, ведь в ней индивидуальный подход к твоим желаниям. И именно тебе дана возможность выбрать свою дорогу, свой путь развития после этого выхода смерти, глобальной катастрофы, которая окутала всех живущих людей на этой планете.
сюжет полностью разрывает своими красками и привлекает тебя к себе. Ты можешь окунуться и не вернуться из этого мира. Все будет зависеть только от тебя. Just.